сегодня мы поговорим об одной очень важной теме, которая интересует многих подписчиков. По ней задают много вопросов, и я решила, что по ней следует сделать отдельный маленький такой рассказ, чтобы все было понятно, и моя позиция была до конца ясна по ней. Сегодня мы поговорим о таком великолепном изобретении человечества, как рулетка. Рулетка или поводок? На чем гулять с собакой? Вот в чем вопрос. Но сначала эпиграф. Итак, эпиграф. Вместо эпиграфа я хочу рассказать маленькую историю об одной собаке, которая хотела быть воспитанной, занималась у меня. Хозяйка души не чаяла своей собаки, это была ее первая собака. Но она гуляла с ней на рулетке. Дело было в Москве, ранним утром, все еще сонные, не выспавшиеся, собаки активные. Какой-то легкий звук, удар, может быть, мусорки или еще чего-то. Собака кидается в сторону, противоположную звуку, потому что пугает, а собака активная. И по закону подлости в этой стране, естественно, дорога, а на дороге быстро летящая машина. Ну, наверное, не надо говорить, что собака прожила не более часа после этого. Как это случилось? Почему? Вроде бы собака была на поводке, но собака была на рулетке. Итак, обо всем поподробнее. Итак, почему я не рекомендую рулетку? Есть три очень больших и важных причины, почему ее использовать не стоит. Но это не железное правило, есть исключения, и мы сейчас об этом поговорим. Рулетка была изобретена гораздо больше позже поводка, в помощь владельцам. И основное и главное ее качество, с моей точки зрения, она изобретена исключительно для человека. Для удобства выгула собаки именно человеком. И все ее достоинства именно ограничиваются этим. Давайте разберемся. Итак, мы собираемся на прогулку, стоять, одеваем ошейник и думаем, что выбрать, поводок или рулетку. Выбираем рулетку, потому что создается ощущение на прогулке, что вроде и собака бегает больше, и вам легче. Вот мы ходим на рулетке, да? Мы можем двигаться в любом направлении. Собака гуляет достаточно далеко, отходит. И вроде бы как это имитация свободы. Но у рулетки есть ее одно очень большое достоинство и одновременно недостаток. Для того, чтобы вам было удобно держать ее в руке, производитель изобрел пружинку, которая тянет для того, чтобы сворачивался шнур или поводок, всегда есть натяжение. Рулетка тянет на себя поводок всегда. Есть маленькое натяжение, да, вот оно есть. Когда вы гуляете с собакой, и собака чувствует постоянное, хотя легкое, но все равно натяжение, она к нему привыкает. И потом, ходите вы на рулетке или на поводке, собака начинает непроизвольно тянуть, потому что привыкла, что всегда есть это легкое натяжение. Это большой недостаток, и для управления собаки это основной минус. И второй важный момент. Он второстепенный, но тем не менее о нем необходимо сказать. Когда вы идете с собакой на рулетке, у вас есть шанс подумать о своем, составить какие-то планы. И гулять с собакой, бродить с собакой, не получая взаимного удовольствия, а просто выполняя рутинную обязанность по ее выгулу. Предоставлена сама себе, она ходит, вы ходите параллельно ей, казалось бы, вроде бы вместе, но по сути врозь. Теперь перестегиваем собаку на поводок. Норт, иди сюда. Стоять. Итак, поводок. Что такое поводок? Это в
первую очередь не ограничитель, не наказательная какая-то мера для собаки, а связь, очень прочная, устойчивая, надежная связь с собакой. Когда вы гуляете с собакой на поводке, у вас нет возможности ни на что отвлечься, потому что постоянный вот этот сбор, разбор поводка, отслеживание, на каком расстоянии собака, автоматически стимулирует вас на взаимодействие с ней. Это очень хорошо. И самое главное, когда вы идете с собакой на поводке, вы можете эту связь укреплять, регулировать. То есть отдернуть поводочек, сразу почувствовать, есть ли отдача от собаки, отдать ей вперед. То есть работа рукой с поводком несравнимо более эффективная по управлению собаки, по установлению контроля, чем на рулетке. Рулетка – это просто механический выгул с собакой. Поводок – это работа с ней в любой ситуации на прогулке. Это всегда собака чувствует, вот вы напряжены, вы отдали, вы понимаете, где собака стоит, как она думает. Вы чувствуете это через поводок, через рулетку этого никогда не почувствовать. Если вы пристегнете и попробуете и тот, и другой ресурс, вы поймете, о чем я говорю. Поводок – это полное ощущение связи и работы с собакой. Вы понимаете, тянет она или нет, куда она хочет пойти. Сзади вы, спереди, вы всегда чувствуете ее. На рулетке такого ощущения нет. Один из основных и главных смертельных врагов собаки – это неплохой корм, это не дог-хантеры, это автомобиль. Именно под его колесами умирает большинство собак. Почему это происходит? Происходит это по разным причинам. Из излишней нашей самоуверенности, от того, что мы знаем, что собака не побежит туда, куда не надо. Но часть случаев потери собак относится именно к рулетке. Итак, почему? Почему машина? Почему рулетка? Когда собака пристегнута на рулетке, у вас есть ощущение, что она на поводке, то есть она в безопасности. Рулетка создает ложное ощущение безопасного нахождения собаки рядом с машиной. Для того, чтобы зафиксировать собаку на рулетке, нужно два действия. Нужно сжать ручку и нажать кнопку. Два действия. Когда вы находитесь с собакой на поводке, нужно всего одно действие. Так вот, для начинающих собаководов, а начинающими собаководами я называю людей, у которых стаж взаимодействия с собакой менее 2 лет, категорически нельзя пользоваться рулеткой именно по этому поводу. Для того, чтобы сделать одновременно вот это молниеносное действие, спасти собаку из-под колес машины, нужен большой опыт. Когда хозяйка Шелти, о которой я говорила в начале, почувствовала, что идет рывок собаки, очень быстрый и резкий, она сжала рулетку. Она сжала ее очень сильно, и если бы это был поводок, собака была бы цела. Но суть в том, что кроме ручки рулетки существует еще и кнопка. И эти движения должны быть синхронизированы в мозгу на автомате. Очень быстрые. Если это действие не происходит молниеносно, то оно опасно. То есть рулетка опасна тогда, когда у вас нет очень большого навыка работы с собакой. Но вы скажете, как же мы получим опыт хождения на рулетке, если вы ее запрещаете? Когда вы работаете постоянно с поводком, у вас мозг и мускулатура, и инстинкты заточены за то, чтобы быстро схватить. Поэтому через какое-то время рулеткой можно пользоваться в парках, там гулять с собакой, да, под дождем, когда нужен зонтик и рулетка, очень удобно. Но только тогда, когда у вас стаж работы с собакой на поводке достаточно большой, настолько большой, что вы уверены, что вы успеете молниеносно среагировать. И еще одна маленькая особенность прогулки. Если у вас есть возможность гулять с собакой без поводка, и вы отпускаете в каких-то закрытых дальних скверах, или вы езжаете на дачу, или в деревню, когда вы идете на поводке, вы отстегиваете его и убираете просто в карман, или вешаете на шею, да, он не занимает места, он не чувствуется. Если у вас с собой рулетка, это тяжелый предмет, который всегда должен быть в руке, который мешается. Это не всегда удобно.
Поэтому подсознательно, для того, чтобы оправдать ношение такой вот штуковины, люди, как правило, норд, предпочитают гулять с собакой даже в местах безопасных для выгула без поводка на рулетке, чтобы не тащить ее просто так с собой элементарно, для того, чтобы оправдать вот это ношение рулетки с собой. Так вроде логично, мы идем, рулетка тяжелая, но и собака на привязи. Не хочется отпускать собаку с поводка, если есть рулетка. Кажется, что это замена свободы собаки. Но поверьте мне, собака, идущая на рулетке, она не свободна, она это знает, чувствует и понимает. Ее движения ограничены, как бы это ни выглядело со стороны имитации выгула. Конечно, есть такие собаки, которых нельзя отпустить с поводка. И как выход в ситуации, когда нужен выгул на местности свободной, но вы не можете отпустить собаку, рулетка может быть, конечно, использована. Но если у вас есть хоть маленький шанс выпустить собаку, отпустить, сделайте это, потому что с рулеткой собака не может так погулять, отдохнуть, выплеснуть энергию, как это происходит на свободе. И еще один маленький нюанс. Когда вы на рулетке встречаете какую-то другую собаку, и собаки начинают общаться или играть, то неизбежно шнур от рулетки попадает между лап собаки. Так вот, если вы сильно дернете, он действительно очень опасен. И ваши собаки, и собаки, которая к вам пришла, она может повредить лапу при натяжении сильном. А вы не можете контролировать этот процесс, поскольку собаки могут неожиданно начать играть. И рулетка может повредить шорстку собак. Если это маленькие собаки, то даже вывернуть лапу. Для больших крупных собак, конечно, это менее критично, но тем не менее такая опасность есть. Эти шнуры путаются в ногах, создают тяжелые ситуации, спутывание ног. И даже могут спровоцировать драку, потому что собака не понимает, то ли это шнур, то ли это другая собака фиксирует. В общем, они возбуждаются, и драка весьма вероятна. Поэтому, когда вы ходите на рулетке, нужно понимать все вот эти нюансы общения с другими собаками. То есть этот шнур должен быть максимально высоко, собаки должны быть внизу. Это не всегда достижимо. Имейте, пожалуйста, это в виду. Итак, я постаралась охватить все основные моменты использования рулетки и поводка. Я не сторонница каких-то жестких правил. Из каждого правила есть исключение, и иногда рулетка бывает неплохо в какой-то ситуации. Но если вы начинающий собаковладелец, или вам нужно установить связь с собакой, то я рекомендую пользоваться поводком. Поводок – это надежно, намного более безопасно в городе для собаки. И когда вы выходите на поводке, вы стимулированы всегда на работу, на взаимодействие, на учебу. Таким образом, рулетка или поводок выбирать вам.